Алматинцы переживают из-за строительства нового железнодорожного вокзала. Их дома могут попасть под снос. Свои опасения люди озвучили на очередной встрече городского акима с населением. Законно купили землю, согласно госакта, взяли разрешение у госархитектуры, построили дома, ввели в эксплуатацию. Только мы это сделали, нам говорят, ваши дома идут под снос. Управление урбанистики и архитектуры принимает новое ПДП, рисует красные линии поверх наших домов, словно их там нет, рисует там дороги. Аким отметил, новый генплан Алматы примут только в конце года. Тогда и станет ясно, какие дома точно попадут под снос. Но уже сейчас известно, некоторые из построек невозможно газифицировать, и они не соответствуют технологическим требованиям. К слову, впервые о строительстве третьего железнодорожного вокзала заговорили зимой прошлого года. Дополнительную станцию решили внедрить для разгрузки грузовых потоков. Я отдал поручение в рамках генерального плана пересмотреть, возможно, максимально эффективно по ПДП, чтобы мы могли бы что-то сохранить, и как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, посмотрим, обсудим вместе и примем решение. Поэтому вопросы, связанные с государственными изъятиями и необходимостью, мы все компенсируем обычно по рыночной стоимости.